останнього часу. Одного з її останніх учнів звали Ісаак Мартінес. Він приходив на заняття останні 2 роки життя Галини. Вони працювали над концертом №1 Шопена, опус 11, і піаніст виконав його на сцені філармонії з оркестром «Лас Пальмас», місто, де жила Галина Борисівна останні роки. Ще один концерт, №2 Ферензя Ліста «Ля мажор», Галина Борисівна опрацювала з Ісааком, коли вже була тяжко хвора у ліжку після онкологічної операції. Незважаючи на погане самопочуття, Галина Борисівна залишалась творцем до останньої миті. Програми та плани, які Галина Борисівна не встигла завершити зі своїми студентами, втілюються ними вже самостійно. Так відбувся концерт Ісаака Мартінеса у філармонії міста Лас-Пальмас. Присвятивши пам'яті Галини Борисівни свій концерт, молодий піаніст виконав у ньому твори, над якими вони працювали разом. Шарль Гуно, Ферец Ліст. Вальс з опери «Фауст» виконує солістка Національної філармонії України, лауреат міжнародних конкурсів Лариса Деордієва. Может ли она опять меня принять, потому что у меня была неделя свободная. Ну,
Аїда мені позвонила і пригласила, опять пригласила, приїжджаю. Я якраз приблизительно видавила на пасхальні канікули, приїхав і теж десь неділю, 10 днів пробував. Что меня тоже поразило, первый же день, как только я приехал, за ним удалился у нас куча кульков, явилась ко мне в квартиру, где я жил, полные еды. Я говорю, да ты что? Она говорит, у тебя не будет время, отдыхай, вот тебе. Я говорю, ну давай тебе деньги там за это. Нет, никакого ничего. В общем, заболела меня холодильник едой. И опять же, я жил в шикарнейших совершенно условиях. И чувствовал, ну, что нужно как-то отблагодарить. Я предложил вот этой владелице переписи, хозяйке учебного заведения, давайте я для вас сыграю концерт. Ну, они согласились, и я сыграл. Только, к сожалению, последствия были печальные. Дело в том, что после концерта мы пошли в кафе, и там же половина деревянная, как здесь, а каменная, потому что дерево недостаточно утратило удовольствие. В общем, Галина Борисовна зацепилась на ногу за ножку стола или стула, упала и сломала себе ногу. Это был шок, я себя проклинал за этот концерт, зачем я его играл, если бы не было этого кафе, вообще ничего не было. В общем, я себя чувствовал ужасно совершенно. И потом рвался к Галине Борисовне в гостиницу, естественно. Но меня не пускали. Ведь она запретила, потому что она внешне не очень готова принимать посетителей. Я все-таки добился, не помню, то ли один, то ли два раза пошел туда. Мы тут были, конечно, посидели, пообщались. И после этого отношения наши с Галиной Борисовной еще больше потеряли. И мы без конца перезванивались, разговаривали много. И буквально год назад мы с ней разговаривали по телефону. Я что-то для меня вот новость, потому что Галина Борисовна ушла из жизни, для меня было совершенно неожиданно. Вот. Поэтому, когда дочка Галина Борисовна предложила меня почтить память, я, конечно, с удовольствием, с благодарностью согласился, и поэтому я здесь.